Всем привет, ребята, с вами я Матвей. И сегодня мы поиграем в Холодный Берсмот меню. Это читы. Давайте начинать. Вот. Мы полетели сюда, полетели. Вот сюда. Нам надо сюда. Давайте сюда. Так, дверь надо бы вот так вот выбить. Да блин! Как мне выбить эту дверь, ребята? О, дверь выбил! Смотрите! Хопа, смотрите. Видите, ребята? Давайте, ребят, за карту выйдем. Конечно, не получается выйти за карту. А теперь получается... Да опять не получается. А, все, получается. Давайте к церкви пойдем. Может, там что-то есть? Поменялось? Это говорят, побежали? Побежали. Я вон туда. Вам интересно, что там? Вот мне, да. Дерево просто, и все. Давайте исследуем карту. Да, вот карта, ну... А, вот это вот школа, ребята. Это школа. Кстати, ребят, а тут есть ачивки или нет? Я... Напишите в комментариях, я не знаю. У меня не пиратка, не другая версия. Если пиратку установишь, то будут вирусы. Вот, о, ребят, это школа. Может, в нее можно зайти по-настоящему? Вот, дверь. И это, оказывается, картонка. Понятно, ребята. Побежали? Ну, давай следуем карту. Вот, ребят, это тот не настоящий город. Вот. И побежали вон туда, к заводу. Там, по-моему, сосед работает. Город, вот, город. Так, тут что-то есть? Я устал бегать. Мне уже надоело бегать по этой карте. Так, ребят, там озера нет, в третьем акте есть. Так, ребята, и... Это что? Это что, деревья? Или тут и есть деревья? Они тут и есть. Странно как-то. Надеюсь, вы согласны. Понятно. Короче, ребята... В следующем году выйдет новая версия Майнкрафта. 1.21. 1.21 выйдет. Новая версия Майнкрафта. Побежали. Опа-па. Короче, как мне тут надо... Или что тут надо делать? О, ребята... как она называется? О, вот. Дорога. Тут, по-моему, оборвалась дорога. О, ребята, бор. Не видно вот тут так. Кстати, побежали?
видим всю карту. Мы уже и так исследовали всю карту. Мы теперь знаем, что тут все находится. Да блин, дай пройти уже. Побежали? Вон туда. Ребят, тут в третьем акте табличка есть. Было бы круто, если бы сюда пихнули дома. Да, было бы круто, ребята. Как он называется, ребята? По-моему... ребята! А у вас... Сколько... Ребята! Ребята, а у вас... А вы на каком устройстве больше всего любите играть в Hello Neighbor? Напишите в комментариях. Я не знаю, на каком устройстве я люблю играть в Hello Neighbor. Ну, у меня на компьютере, на ноутбуке моем установлен Hello Neighbor. Альфа-версия. Только альфы. Беты не установлены. О, ребята, тут ничего нет. Круто. Круто, что чтобы был это настоящий город. Круто было бы. Да, ребят? Было бы круто. Ладно, давайте уже разобьемся. А то мне уже надоело тут. Тут находиться. Побежали. Например, сюда. Надо соседа остановить. А где сосед? Где сосед? Где сосед? Ладно, а что тут? О, гаечный ключик тут же есть. Сосед! Ты будешь его кушать или нет? Ладно, гаечный ключ мне пригодится на ремонтовские делишки. Вот пусть тут будет. Вот пусть он будет на полках, а не в холодильнике. Ну и так сойдет, ребята. Опа, картину сняли и так вот. Зато мы можем исследовать дом. Так, ребята, побежали. Уже проходить, давайте. С помощью батута? Я хочу на батуте попрыгать. Давайте сейчас на батуте попрыгаем. Вот так вот, да-да. Падаем. Падаем. Давайте дальше исследуем. Вон! Вот где мы, ребята, мы тут. Вау, тень и ворона. Побежали. Пуф, стумс, 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 стумс. Вау, тень.
Я могу вот так вылезти и хопа, могу вот так вот, могу вот так вот. Ну привет, тень. Я сквозь тебя прохожу. Хопа, ворона. На. Сосед плачет. Детей своих потерял, да? Детей? Детей потерял своих, да? Да? Ладно. Ладно, мне пофиг, что ты потерял. Тебя все равно никто... Тебе все равно никто не поможет, потому что ты преступник полный, больной. О, ворона, ворона. Три вороны. О, ребят, это же из Hidden Seek, Hollow Neighbor тут есть. Вот, закопали, вот, видите? Заметили? Это из Hidden... Это из Hidden Seek. Заметили вы? Ладно, давайте еще дальше исследуем. Вы чё вы там? Да вы чё вы там? Стучитесь. О, ребята, да тут можно же вот так вот. Оп, я тут. Побежали в подвал. Там тень. Ладно, ребят, если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем.